Када, конечно, клево померла. Блин, позиция говно, надо отсюда уходить, да. Кому Мой ка? СРМ уже летит, мама не горюй. Я пошел туда, к классу. Давайте, я догоню, если чё. Магнит. Атлас выходит. Я поднимусь что-то. Старая приколюха. О, получил-то люлей. Хорошо так. Так, я думаю, стоит нам теперь вот точно уходить отсюда. Я туда понял, что отсюда стоит давно, да? Не, вот теперь уже прям критически надо. Зато сейчас туда пойдет Атлас и Shadow Hulk. И можно будет их расстрелять. Там Серег? Там разбежались, два меха было. Пора музыку выключить. Сверху ЛРМщик падла стоял на горе. Трибушет. ЦК просто было. Берем его? Только кто меня в спину бьет, не подядь. Вот если чем лазером задел. Что-то оторвало. А, убийца корона, окей. Все, достал, блин. Сзади с Е5 Атлас подошел. Фига себе сзади, мы сейчас сзади. Уже на Е7, а осторожно, бомба ударит. Я почему драпаю? Ну это вы на Е7, а я вот еще там. Уже не там, в принципе. Сейчас я вам сверху вам помогу, попробую. Там с выбитым ЦТГ остался. Хотел бы, да? Лучше уходить вниз, там, чтобы его снайпера бьют.
сейчас лучше пятая рухнет. Спасите здесь на Е6. Черт. Дракончик. Дракончик. Что дракончик? Ну, у тебя. Добили? Да, там их добивать уже нечего, они все перекоцанные. Что ты получился? Да фигня уже. Лутор саму сноси левой. По-любому XL. А, два ложа и стрики. Да, этот не XL-ный. XL-ный. Да. Да они все XL-ные по сути. Я вообще не знаю. Там не XL-ный движок, он нафиг не нужен. Он ничего, туда ничего не поставишь. А вот с XL-ным уже другое дело. Посмотрим, дракон прикольная машинка.